Друзья, всем привет! Польша открыла границы для обладателей рабочей визы. И сегодня я представляю нашего нового партнера, компания Renus Logistics. Она находится в Польше. Это склад, который является одним из крупнейших складов на территории Польши. Располагается он недалеко от города Познань, и на данном предприятии открыта позиция для мужчин и женщин до 55 лет. Опыт работы не обязателен, также не обязательно знание польского языка. В обязанности данного сотрудника входит упаковка одежды, обуви и других товаров, также работа со сканером и с другими электронными устройствами. На предприятии предусмотрено обучение. Заработная плата выплачивается раз в месяц и составляет от 1100 евро. Заработная плата зависит от того, сколько часов в месяц вы отрабатываете. Зарплата может достигать и 1300-1500 евро за месяц. Заработная плата выплачивается только на банковский счет. Однако вы можете брать авансы уже после 5 рабочих отработанных вами дней. Также вы можете брать авансы каждую неделю в размере по 200 злотых. Компания-работодатель предоставляет бесплатное жилье для своих сотрудников. В комнате живет по 2 или 4 человека. Семейные пары могут претендовать на отдельные комнаты. В местах проживания предоставляется душ, стиральная машина, сушилка, утюг, средства гигиены, такие как антисептики и мыло, а также газовая плита.